«Утро на Болткоме». Между тем продолжается «Утро на Болткоме», и пришло время нам как-то размяться. Да, пришло время. Ой, а раньше ведь пора, радио такое утреннее гимнастика. Начинаем так производственную гимнастику. Так встали вот и у нас ноги на сегодня ширине такое плеч. Будет. Руки на ширине плеч. Да, с нами на связи Наталья Никулина, фитнес-эксперт. Доброе утро. Доброе утро, ребята, доброе. Здравствуйте. А значит, почему, напоминаю, мы решили связаться? Правильно совершенно Олег сейчас отметил, вот производственная гимнастика, там руки шире, ноги шире, а все почему? Потому что только что было проведено исследование одной страховой компании, и выяснилось, что во время пандемии ковида, когда возможности для отдыха ограничены, люди больше стали заниматься спортом, в том числе на свежем воздухе, тем более все теплее и теплее снаружи становится, содержают длительные прогулки в лесу и вдоль моря, путешествуют по Латвии, стараются быть как можно более физически активными. И эта тенденция, конечно же, похвальна, однако с ростом вот этой активности увеличилась и сумма возмещений, выплачиваемых за несчастные случаи и травмы. И мы вот решили связаться. То есть вот без тренера все-таки опасно самостоятельно заниматься спортом, не зная вообще, не представляя, как выполняются упражнения. Вот насколько эта проблема серьезна, может быть? Проблема однозначно серьезна, и эта проблема как минимум связана и с холодным временем, и с жарким временем, поэтому пренебрегать услугами профессиональных тренеров и людей, экспертов в этой сфере ни в коем случае нельзя. И в основном есть две вещи, почему случаются подобные травмы. Это когда люди пренебрегают, первое, подготовкой к физической нагрузке, то есть нельзя просто выйти и сразу начать активно заниматься, то есть тело нужно подготовить. И второе, это неподобающая, соответственно, одежда, как вы понимаете, особенно в холодное время. Ну, что касается первого пункта, тело нужно подготовить, так как вы не только на радиосвязи, но и по Зуму вас видно, можете показать какие-то основные упражнения, как разминаться? Ну, вот с чего начинать? Ладно, потянулись, хорошо. Но вы только говорите, что вы делаете, но проговаривайте, чтобы наши слушатели тоже слышали. Мол, я сейчас вот потянулась, я потерла ручки. Я к этому их веду, к тому, что для тех, кто нас не слышит, я маленький вид, вот теория. Самое основное, это нужно подготовить наши суставы и мышцы немножко разогреть, прежде чем начать заниматься. Что такое суставы? Это места прикрепления всех наших конечностей и места сгибов, которые нужно хорошенько. В основном это все вращающееся движение, когда нам нужно прокрутить хорошенько и в одну, и во вторую сторону, то есть, допустим, по часовой стрелке и против часовой стрелки. Я себе в ухо зарядил. Вот первая травма. Срочно бегите возмещение требовать у страховой компании. Плечики потянул уже. А вы-то чего сидите? Вставайте давай. Да. Будем вместе заниматься. Наташа, я к вам просто буду пятой точкой. Это не очень красиво. Так, я попробую. Можно я все-таки сидя? Так. Попробую для визуалов добавить. Значит, ноги на ширине бедер. Сразу выстраиваем красивую осанку и начинаем вращать плечи. Наверх, назад и вниз. Так, чтобы плечо немножко ходило вперед, назад и вниз. Делаем так около 8 раз. И потом в обратную сторону. Такую зарядку полезно делать не только перед началом тренировки. Ну вот с утра встали и хорошенечко все прокрутили, кровушку разогнали. Будете чувствовать себя гораздо лучше. Хорошо, теперь плечи наверх, назад и вниз. Остаемся с красивой осанкой. Вот вниз максимально оттянули плечевые суставы. И наклоняем каждое ухо поочередно к плечу. И растягиваем каждую сторону нашей шеи. Ну, очевидно, 4. Резко это делать нельзя тоже, да? Плавненько. Резко делать нельзя, а то вот один раз так раз, шея на бок упадет, и так и пойдете на работу. Поэтому да, нужно очень аккуратно это выполнить. Дальше движение вокруг своей оси. Тянем подбородок за плечо. При этом оставляем его параллельно полу, не притягивая вниз к плечу. И каждый раз, когда смотрим за плечо, еще глаза заводим в самый-самый уголок, как будто мы подглядываем туда, что-то происходит у нас. Значит, сделали так примерно по 5 раз на каждую сторону, посерединке стоп, и теперь наверх, подбородок вниз и наверх. Вниз и наверх тянем. Тянемся. Ой, я чувствую, после сегодняшнего утра будете меня каждый раз звать на эфир, каждое утро. Хорошо, остались здесь красиво. Если добавить еще какой-то бодрой музыки фоном.
Хорошо, раскрываем вот так руки в стороны. Раскрываем. Локти на высоте плеча и хорошенечко прокрутили локти. Вот так вот смело, прям как будто мы что-то мешаем руками. О! Осторожнее. Господи, от меня один дискомфорт. Ребята, улучшаем статистику выплат по страховке. Я немножко студийное оборудование начал ломать просто. Хорошо, и в обратную сторону. В обратную. 3, 2, 1. Вот теперь перед собой вытягиваем руки. Так. Хорошо. Вот теперь большие пальцы загибаем вовнутрь и закрываем их красивенько. Это... И ровные руки. И теперь вот так вот прокручиваем каждый раз, косточками касаясь. Внутри. Нет, руки вместе. Я все вижу. Не халявим. У меня вместе. Хорошо, и в обратную сторону. 4, 3, 2, 1. Хорошо, опускаем руки, выстраиваем красивую осанку. Теперь ягодицы хорошенечко поджимаем, вот прям сжали-сжали от души, как в последний раз, как будто вам 500 евро туда кто-то вставил, и вы так очень хотите, чтобы они у вас остались, чтобы никто не отобрал, так ух. И теперь округляем каждый бочок вот столько, сколько получается, сколько вам одежда позволяет на сегодняшний момент. Так. Хорошо. Если бы я помню... 500 евро? Если бы я помню, как выглядит 500 евро. Если меня память не подводит, они фиолетовые. А я дальтоник, мне все равно, я на цифры обращаю внимание. Так вот, там 5 и 2 нуля. На всякий случай. Окей, хорошо. Красоту оставили. Теперь ноги пошире, еще немножко поджали ягодицы. И вот так вокруг своей оси свободно, на выдох, покрутились. Если в позвоночном столбе слышны какие-то хрусты, когда круто, хрусть, да? Вот все то, что хрустит, всегда нужно прохрустеть, это хорошо. Этого бояться не надо, просто не нужно делать быстрых движений. У меня ветер создает... Вертолеты начинаются. Да, и слышно в микрофоне. Оттуда я чувствую, посвежело в студии. Хорошо, теперь садитесь, остаток я покажу уже с ногами, наверное. Дальше добавляем, всегда нужно прокрутить особенно тазобедренные суставы и колени. На одной ноге стоим и вот так вот вращаем, хорошенечко раскрываем колено. Ну, это и сидя можно. Это можно и сидя, можете попробовать, сколько вам там стулья позволяют. И вот ощущение должно быть, знаете, как выглядит такая тарелочка с ложечкой для того, чтобы перемалывать, сейчас скажу, гаршвейлс. Как это по-русски-то? Приправы. Приправа, такая ступа такая. Да. Вот. И вот представьте, что ваша нога специи. Вот в ступе, она вот должна вот так вот вращаться хорошо. А, пестик! И во вторую. То же самое абсолютно делаем со второй ногой. Как удобно и комфортно прокрутить колени. Стоим на одной ноге, можем придержаться за что-то. И вот как будто мы что-то мешаем, вот так вот повращать ногой. Я, конечно же, профессионал в этом деле. Это у меня нога выглядит, как будто она не от моего тела. И в обратную сторону. 4. И действительно, к черту эту вот ложную скромность. Ведь права. Я, кстати, пользуясь случаем паузы, хочу напомнить, что здесь происходит. Мы с Натальей Никулиной, фитнес-экспертом, занимаемся утренней разминкой, и причем правильно, под руководством тренера опытнейшего. Кстати, посмотреть все это можно в трансляции на Фейсбуке, на Radio.com. А потом, послушайте, конечно, на портале Mix News. Так, мы продолжаем. Хорошо, продолжаем. Да-да-да, мы смотрим. Мы основную базу поняли, да, вот все, что можно прокрутить, все мы прокручиваем, все ноги, колени вокруг себя, это основное. Но, допустим, если человек решил заняться бегом, 2 следующих совета от меня, как немножко разогреться, прежде чем с холодными, неподготовленными мышцами выйти на улицу и начать тренироваться, это нужно для того, чтобы разогреться, и вообще вам совет на будущее. Если вы вдруг стоите автобус, ждете на остановке и замерзли, поприседайте. То есть нужно включить большие мышцы в работу. И можно выполнить простые, самые обыкновенные приседы. Допустим, 2 подхода по 20 раз. И мышцы уже согреются, выделится гормон роста. И дальше уже ваша тренировка будет более продуктивная, как вариант. И второй совет, очень важный, особенно сейчас, это дыхание,
когда вы особенно занимаетесь спортом легким, сердцу необходимо больше кислорода, вы начинаете глубже дышать. Очень важно, чтобы вы вдыхали, вправду, через нос. Это такой банальный совет, но многие почему-то не задумываются об этом, потому что все-таки при вдохе через нос воздух немножко согревается, и попадая уже в легких, он уже более теплый и более комфортный для нашего тела, поэтому как минимум простуды, насморк и кашля мы таким образом риск снизим получить. Так, что бы вам такого еще рассказать? А расскажите про одежду, потому что в самом начале вы упомянули, что одеваться тоже нужно правильно и адекватно. Абсолютно верно, да. И первое, основное, важное, что травмируется, это наши подъеты, это наши голеностопы. Поэтому или это должны быть обязательно гольфики. Сейчас очень большой выбор разных термоносков. Или же одевайте отдельные гетры прямо вот на эту часть, особенно девочкам это рекомендуется, да, вот то, как я сейчас одета, да, где у меня зазор между кроссовками и леггинсами, так не годится сейчас идти на улицу. То есть первое, мы обязательно утепляем это место, а второе, смотрите за своей обувью, потому что в кедах, в walking shoes, это прогулочная обувь, это не спортивная обувь. И как бы нам не хотелось тратить лишние финансы на скажем так, на пару пробежек в неделю, это очень важно, потому что если на улице холодно, и ваша подошва нестабильна, и вы даже на ровном месте, это ли делается вот так, вот как показывает статистика, вы можете подвернуть ногу, и потом ваши тренировки надолго прекратятся совершенно. Поэтому всегда мы открываем любой сайт, сейчас без рекламы, да, обычно вся обувь сейчас делится по категориям, кроссовки для бега, кроссовки для зала, подбираем так, чтобы ваша обувь обязательно годилась для тренировок. И то, что касается тренировок по бегу, я очень вам рекомендую, пожалуйста, дорогие мои рижане, сограждане, горожане, пожалуйста, не бегайте по асфальту, я вас очень и очень прошу. Пройдите пешком до ближайшего парка леса. Также почти вдоль всех дорожек, если вы обратите внимание, по газону вытоптана дополнительная как бы тропинка на траве, по которой бегают уже знающие люди, которые берегут свои суставы. Максимально старайтесь самортизировать свой бег. Я знаю, что скучно бегать на по стадиону, но на стадионах у нас сейчас Рижская дума создала прекрасные условия, прекрасные мягкие покрытия, поэтому постарайтесь бегать или по стадиону, или по тропинкам из земли. Что не так с асфальтом? Да, почему абсолютно нельзя? Большинство все-таки, вышел из дома и побежал. Если обувь потому соответствует, это, да. Все равно выбиваются, суставы? Ребят, давайте будем честными, обувь, которая соответствует бегу для асфальта, достаточно финансово затратная, скажем так. Поэтому если у вас нету соответствующей обуви, прямо с хорошей амортизацией, с хорошей платформой, если на сегодняшний день у вас обыкновенные кроссовки, непрофессиональные, то старайтесь избегать бега по асфальту на регулярной основе. Это очень, во-первых, это забивает, затягивает мышцы, также это снашиваются суставы, если это делать постоянно и регулярно. Вы почувствуете разницу, пробегите один раз по асфальту, один раз пробегите по тропинке, и это будет два совершенно разных бега. Это будет самочувствие мышц ног более комфортно. А на какие стадионы сейчас открыты для бега, для занятий бегом? Это вы меня спросили, да? Я не знаю, просто человек вам стоит в спортзале. Я напоминаю, мы беседуем с фитнес-экспертом Натальей Никулиной. Наталья дает советы, как бегать, прыгать, разминаться и приводить себя в форму к так называемому пляжному сезону. В общем-то, Олег, все школьные стадионы открыты, в отличие от первой волны. Рядом с нами 22-я школа, например. Пускают? Да. Или надо с этим портфелем и пионерским галстуком там. Я пионер, я пришел на тренировку. На линейку опоздал лет на 40. Нет, до 10 вечера ворота открыты. Да, насколько я обратила внимание, все стадионы абсолютно открыты сейчас, да. Более того, сейчас даже инициатива, пожалуйста, приходите, занимайтесь. Я обратила внимание, что очень много уличных тренировок сейчас под руководством тренеров. Стоит немножко просто поискать в интернете, на своем районе, кто предлагает, потому что в любом случае, все мы, тренера, мы очень соскучились по своей работе, мы очень-очень хотим вернуться к нашей профессиональной деятельности. И погода уже тем более позволяет, на самом-то деле. При такой погоде, если делать
средней активности тренировки, это уже не холодно, ребята. Вот просто гулять, да, возможно, где-то, ой, там дует, ой, там еще, там солнышко не светит. А если пойти сейчас на тренировку, это будет, на самом деле, очень комфортная температура для занятия спортом. Насколько эффективнее будет, если действительно договориться с индивидуальным занятием, ну, тренер для индивидуального занятия, или можно, там, не знаю, посмотреть в интернете на YouTube и потом попытаться повторить? Спасибо за вопрос. На самом деле он больной и очень актуальный. Я всегда за то, чтобы люди любили себя и старались улучшать качество своей жизни. И все-таки в каждой сфере, как и в вашей сфере, есть свои профессионалы, вот вы профессионалы своего дела. Если вот я приду и сяду на ваше место, да, возможно, не самое скучное будет мероприятие, но все равно на долгой основе я не продержусь, согласитесь. Так и вы знаете какие-то, возможно, нюансы из моей сферы, но я смогу это объяснить гораздо глубже и более продуктивно. Иногда стоит на пару раз, на два занятия нанять хорошего тренера. Он под тебя посмотрит, пощупает твои сколиозы, осанки. Да? Главное, чтобы подобрать хорошего специалиста. Посоветует, что, как тебе делать. Затрата будет минимальная, а выхлоп из-за всей этой истории будет гораздо больше. И самое важное, чтобы человек попал к правильному специалисту и потом на долгосрочной основе улучшал свое здоровье, а наоборот не губил. Поэтому очень надо спрашивать обязательно там вот в кругу, кто занимается у тренеров, собирать информацию, прежде чем подобрать. И очень важно, если ты решился пойти к тренеру, чтобы тебе психологически комфортно было с ним, помимо его профессиональных качеств. Потому что, согласитесь, ребята, если ты 2-3 раза в неделю ходишь заниматься к тренеру, зачастую это гораздо чаще, чем мы с друзьями встречаемся попить кофе. Ну да, хотелось бы вернуться, кстати, и к тому, и к другому. И кофе с друзьями пить, и в спортивный зал, и ходить с тренером, без тренера, да как угодно уже. Время поджимает. Наталья, огромное спасибо, что Наталья согласились показать этот комплекс, пообщаться с нами. Было весело и полезно. Хорошего дня. Итак, напоминаю... Да, с нами был на связи фитнес-эксперт Наталья Никулина. Мы пробежались быстро по основным упражнениям. Какие выводы? Надо разминаться, надо в любом случае выходить заниматься спортом, подбирать правильно одежду, а солнце уже светит. Главное заниматься собой, что самое время. Ну, а я напомню, что сразу же после вот этого часа мы встречаемся с Константином Рангсом, и это будет программа «Климат-контроль». Утро на Болткоме.